Нарушения видны невооруженным взглядом. Ограждение строительной площадки не укреплено и качается от ветра. Металлопрофильные листы отходят от стоек. На обочине дороги появились ямы. Было выявлено нарушение несоответствия заборов. Была проведена разъяснительная беседа с руководителями данной организации, проводившей данные работы. В результате чего данные замечания устраняются. К требованиям муниципального контроля прислушались сразу же. Навели порядок на прилегающей территории, закрыли яму возле заборов и укрепили ограждение. Специалистами муниципального контроля выявлены нарушения по ограждению территории места производства работ. Нарушения справедливые, нами приняты к исполнению. Заборы поправят, место почистили, все сделаем красиво, заказали баннеры. Временное сплошное ограждение строительной площадки необходимо оформить баннером. Это правило благоустройства касается не только крупных застройщиков, но и граждан, которые возводят индивидуальные жилые дома.